Уважаемые казаки, братья и сестры, дорогие дети, давайте сейчас мы помянем наших убиенных всех воинов, всех, кто страдальчески погиб в годы войны, и попросим, чтобы Господь и их души вселил в селениях райских, в селениях святых. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Скончавшийся, души рабкой спаси упокой, сохрани их по богу жизни, а жизнь тебе человека легче, только ищет твоим, Господи, и лица святые твои покои. Вольному! И некогда Господь Бог учинит души, и где же праведнее покаяются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов и у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Живыми и мертвыми обладая воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, святых славных всех вальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших и всех святых душ от нас, приставшихся раб своих, убиенных воинов и всех страдальчески погибших за веру народ Отечества, и душу свою положившие в селении святых селец праведных просвет и нас, помилуй ты, ко благ и человеколюбец. В облаженном успении вечный покой, подашь, Господи, убиенным воинам и вечная память. А нам же пускай всем Господь дарует здравие и спасение. Сегодня мы, уважаемые казаки, братья и сестры, дети, вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за веру, народ и Отечество. И вот нету больше, наверное, жертвы, больше любви, как человек отдает свою жизнь за народ, за своего ближнего, то есть за веру и за свое отечество. Это великий подвиг быть защитником своего отечества. И дай Бог, конечно, всем нам, братья и сестры, дети, всегда помнить вот этих людей, которые, не жалея, наверное, своей жизни, вот отдают себя полностью, всецело за других. Дай Бог, чтобы мы всегда так же стояли твердо, защищали свое отечество, свой город, любили его, и отечество, и город, и веру православную, и были вот такими защитниками, благодаря которым, наверное, мы живем в России, живем в этом городе. Пускай эти воины всегда будут для нас вот авторитетами, и дай Бог, чтобы мы всегда им подражали. Спасибо. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, и в землю нашу полегли когда-то,
а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Лети, лети по небу клин усталый. Летит к закату на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаей. Я полечу в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Мы живем, потому что когда-то на земле умирали солдаты. Мы поем, а их звонкая песня до конца не смогла дозвенеть. Отгремели сражения и раскаты, не горят фронтовые закаты. На равнине, израненной боем, шелестит голосистая медь. Только им для бессмертия мало, нашей скорби и нашей печали. Умирали они молодыми, чтоб над полем была тишина. Чтобы чистое небо сияло и раздольная песня звучала, чтоб над родиной нашей любимой никогда не взметнулась война. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 22 октября, вся Россия отмечает День белых журавлей. Этот день с поэтическим названием был учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Газматовым как праздник поэзии в память тех, кто положил свою жизнь за спокойствие и развитие своей страны во всех войнах, когда-либо происходивших в России. День белых журавлей – это день поэзии и литературы, который намерен объединить и скрепить дружественные отношения между многонациональным населением России и способствует укреплению многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной страны. Этот день посвящен культурному единству всех наций, проживающих на территории Российской Федерации. Журавли не имеют национальности. Они символизируют память обо всех погибших на полях сражений. Не случайно в разных уголках Советского Союза воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Это говорит о том, что всех нас объединяет память, общая история и общее родство. После окончания Великой Отечественной войны
По разным данным, около 1,5 миллионов наших соотечественников принимали участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах. Наши солдаты и офицеры воевали в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. Болью в сердце отзывается Афганистан. Российские военнослужащие тушили горящие точки в республиках бывшего СССР, в Приднестровье и Таджикистане, в Абхазии и Карабахе, помогали поддерживать мир в Югославии и спасали от геноцида народ Южной Осетии. Кровавым рубцом по телу нашей Родины прошли две чеченские войны. «Был пацан», поет Владимир Шушминцев. Эта песня посвящается всем сыновьям Чернушинской земли, которые до конца выполнили свой долг и не вернулись на родную землю. Вечная вам память, павшие герои. Мы вас помним и не забываем. Пусть земля вам будет пухом. У него и жены-то нет. Ну какая еще жена? Если от роду 20 лет, а вокруг вообще война. Он и вырос на той войне, и не делая людям зла. Но достала его в Чечне пуля-сволочь из-за угла. Был пацан и нет пацана, без него на земле весна. И шапки долой, и рюмку до дна за этого пацана. Был пацан и нет пацана, без него на земле весна. И шапки долой, и рюмку до дна за этого пацана. А он матери так писал: ты же знаешь про все сама. Сколько раз меня Бог спасал, и до следующего письма. И упал он за всех за нас, было малому 20 лет. Правда есть, но на этот раз Бог промедлил, а снайпер нет. Был пацан и нет пацана, без него на земле весна. И шапки долой, и рюмку до дна за этого пацана. Был пацан и нет пацана, без него на земле весна. И шапки долой, и рюмку до дна за этого пацана. Из него на земле весна. И шапки долой, и рюмку до дна за этого пацана. Он пацан. И шапки долой, и рюмку до дна за этого пацана. Добрый день, уважаемые отцы, священнослужители, жители города, братья и сестры казаки, господа кадеты. Сегодняшнее мероприятие на Чернушинской земле мы проводим впервые.
это общероссийская акция «День белых журавлей», «День памяти о погибших воинах». Во всех войнах Великой Отечественной, Афганской, Чеченской, Карабах, Абхазия, сотни, тысячи ребят не вернулись домой. Сотни и тысячи матерей, потерявших своих сыновей. Хочется верить, что сегодняшнее мероприятие станет традицией. И 22 октября каждого года мы будем поминать погибших ребят, до конца выполнивших свой долг. Чернушинское районное казачество тесно сотрудничает с комитетом солдатских матерей. Сегодня они приглашены у нас в качестве гостей. Хочется преклонить головы перед матерями, потерявших своих детей, отдавших самое дорогое, но нашедших в себе мужество и силы жить, работать, помогать обществу с этой болью в груди. Пользуясь возможностью, я бы хотел сегодня в комитете солдатских матерей есть прекрасная женщина, Татьяна Сергеевна Килина. Вот именно в сегодняшний день у нее день рождения. Татьяна Сергеевна, примите наши искренние поздравления и попросим вас, выйдите и получите цветы от нас. От Чернушинского казачьего общества. Дай вам Бог добра, здоровья, долгих-долгих лет жизни. Пусть это будет традицией. Не забывать наших погибших ребят. Спасибо. Все дальше уходят от нас страшные события этих войн. Но пока мы видим в небе белых журавлей, мы будем помнить о светлых душах погибших. Вспомним всех поименно. Горе помним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Одарим светом доброй памяти тех, кто нашел смерть на опасных дорогах войны. Всем роковым жертвам вечная память. Наше сокровенное из глубины сердца слово всем матерям, осенившим уходящих сыновей на войну своим благословением. Вечная им память и благодарность потомков. Помолчим и вспомним павших. Спасибо. Слово предоставляется главе городского Чернушинского поселения Юрию Александровичу Кислицыну. Добрый день, дорогие уважаемые жители нашего города и района, священные отцы, братья и сестры, казаки, кадеты, наши уважаемые гости. Сегодня мы проводим с вами День памяти. День белых журавлей. Есть на Кавказе поверье, когда на поле брани погибают люди, бойцы, они превращаются в белых журавлей. И наша с вами задача – никого не забывать. Тех, кто погибли, те, кто отдали свою жизнь за наше Отечество, за нашу Родину, за наше мирное небо над головой. И мы будем их всех помнить. Светлая память всем тем, кто погиб за нас. И хочется поблагодарить от администрации города всех, кто принимал в подготовке данного этого мероприятия. В первую очередь это Шушминцу Владимиру Григорьевичу, это у нас Захарову Игорю Анатольевичу и всем нашим казакам. Большое всем спасибо. Председателю земского собрания Алле Геннадьевне Горбуновой. Мы сегодня собрались с вами на этой площади, чтобы вспомнить воинов, которые отдали свой воинский долг
но многого в жизни предназначенного им не успели. Не успели досмеяться, долюбить, дорадоваться, воспитать детей, создать семью. У ровесников, участников афганской войны уже внуки подрастают. А у этих ребят все не. И только одно они выполнили по полной программе. Они выполнили приказ командира и свой воинский долг. И в последнее время все чаще возникают дискуссии на тему, напрасные были эти жертвы, я имею в виду участников локальных войн, или не напрасными. И при этом разыгрываются всевозможные политические карты, какие-то дивиденды завоевываются, опять же, политические. Вы знаете, мне кажется, это безнравственным. Эта жертва не может быть напрасной, а чтобы она не была напрасной, мы должны сделать с вами три вещи. Во-первых, жизнь, которая у нас есть, прожить достойно. Во-вторых, а, наверное, в-первых даже, помнить их всегда. И в-третьих, сделать все возможное, чтобы вот таких жертв больше не было. Я не знаю, как это сделать, но мне очень хочется, чтобы мы постарались все вместе, и этого больше не случилось. А тем, кто пал, вечная память и благодарность вам, ребята, а за то, что время у нас такое жесткое и циничное. Простите нас, мальчики. На сцену атамана Чернушинского казачьего общества Русинова Алексея Викторовича. Уважаемые священнослужители, братья-казаки, господа офицеры, кадеты, гости нашей благодатной земли Чернушки и чернушане. Сегодня день скорби и день памяти погибших солдат. Но в тот же день, сегодня опять, мы отмечаем День поэзии. И как бы это было ни парадоксально, но жизнь у нас такова, что и слезы, и радость всегда с нами. Дай Бог вам терпения, дай Бог вам сочувствия в том нелегком труде, который вы совершаете на благо нашей отчизны. И всего-всего вам доброго. Спасибо. Слово председателю Чернушинской местной общественной организации ветеранов боевых действий «Помощь» Игорю Анатольевичу Захарову. Добрый день, дорогие гости. От лица нашей организации хочу поблагодарить вас за присутствие на этом митинге, что вы выбрали время и пришли помянуть наших ребят. Все слова уже сказаны. В память, благодарность. Но я еще повторюсь, от лица нашей организации хочу поблагодарить за стойкость матерей погибших наших ребят. За то, что на самом деле в этой трудной жизненной ситуации они нашли все силы жить дальше и участвовать в общественной жизни нашего района. Со своей стороны, от лица нашей организации, мы обещаем не забывать вас, поддерживать как можем, помнить о ваших детях, о наших пацанах. И особенно хочу поблагодарить официальные власти в организации этого митинга, особенно лично главу города Чернушки Кислицына Юрия Александровича, а также за оказанную, скажем так, финансовую помощь в организации праздника «Лукойл Пермнефть». Спасибо вам всем. Мне больше нечего сказать. Спаси и сохрани детей моих. Прибудь душа в покое. Как страшно вспоминать лихие дни. Да как же пережили мы такое? Мы, потому что в наших снах, да сами знаете, война не исчезает. Отец мне передал атаки страх, и он из подсознания прорастает. А дети наши новую войну узнать успели. Господи, доколе, ну что же ты не защитишь страну с березами и васильковым полем? Давно закончилась афганская война, войны в Чечне и других горячих точках. Кровопролитные локальные конфликты на территории нашей Родины заслонили с собой те далекие войны за речкой. Но память о этих событиях еще жива. Пройдут годы, и тех, кому посчастливилось вернуться живыми, с тех войн тоже не станет.
Помните о тех, кто положил свою жизнь за спокойствие и развитие своей страны во всех войнах, когда-либо происходивших на территории России. Помните. Помните о тех, что так и не вернулся на родину. Из Афганистана, Чечни, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистана. Возможно, опыт живых и мертвых чем-то пригодится будущим поколениям. Ведь войны никогда не кончаются. Война – это правда обмана. Война заканчивается, когда умирает ее последний солдат. 10 лет войны – 100 лет памяти. Нам осталось не так много, чтобы сохранить правду обмана тех войн. Воспоминания всех наверняка не вместит память. Целые века вершатся судьбы и ведутся войны. И людям снова спится беспокойно. Я сына родила не для войны, в который раз мать это говорит. О, женщины, давайте пожалеем мужчин российских. Пусть их Бог хранит. We'll be right back.
Мы отпустили в небо белых журавлей с семенами воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В том числе 20 человек, погибшие во времена локальных войн уже после Великой Отечественной войны. А сейчас, дорогие друзья, мы предлагаем возложить венки к памятнику неизвестному солдата, к вечному огню, к стеле памяти и мемориальным доскам с именами воинов, отдавших жизнь при выполнении воинского долга. Советские солдаты, шли с войны домой, советские солдаты.
Недоберечным хочется посвятить участникам, ветеранам афганской, кавказской и других локальных боев. Также эту песню посвящаем всем ребятам, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, других горячих точек, и, к сожалению, оттуда живыми не вернулись. А звание песни – память. Лица. Да это страшно.